видеочек. Сегодня задание из Барика. Без Барика. Сегодня мы одеваем плата. А что это такое? Ну, барбиные туфли. Барбиные туфли? Вот ты видите, Барби и туфли на меня. Ну-ка, 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 давай посмотрим, что это. Так, здесь, значит, у нас что идет? Такие вот розовые туфельки. Там я вижу еще одна пара черные туфельки. Да, тут всякие браслетики есть. В общем, давай откроем, посмотрим. Да, я тебе смотрю, тут есть еще туфельки. Да, тут два туфельков. А я думала, тут два туфелька, а тут два три туфеля. Нет, тут две пары туфелек. Ну, я говорила, тут одни туфели. Нет, тут вот идут розовенькие и черненькие. Я хочу померить черненькие. Сейчас ты все померяешь. Подожди. И я померю сначала Ати, а потом Трю Дизи. И попробую... Вот такая красота. Такие вот туфельки. Вот, красивые такие. Здесь такие специальные, чтобы, наверное, не скользила ножка, чтобы не упасть. Вот это такая вот на ножку одевается цепочка. Да, цепочка. Вот. Тут такой красивый, как прям бриллиантовый камешек. И там буква Би, Барби. Да, очень красивый туфель. Да, я же пойдем померим. Вот второй такой. Да. Так, черненькие у нас. Ну, черные просто отпад. Смотри, какие они модные. Они на каблучке. Вот такие здесь бантики красивые. Это, по-моему, каблуки. Тут розовый пудель на одном, на втором цветочке. Тут туфелька. Такие интересные. Красивые туфли. Очень красивые, очень интересные. И вот они у меня подойдут. На них вот этих я знаю. На них не подойдут, я знаю, на них. Так. На носки не подойдут. На них этих носков ходит. Посмотрим, что поместится. Здесь что-то выпало. Но это мы потом сделаем, ладно. Так, что еще тут есть? Еще тут... Красивые эти туфельки. Мне нравятся. Один на них... Еще тут для самой Барби есть вот такие вот туфельки. Да, для моей Барби. Да, вот для твоей Барби. Есть маленькие, и большие туфельки, есть маленькие туфельки, и огромные туфельки. Еще есть таких вот два красивых, я думаю, что это браслетики на ручку. Для этих туфель. Да? Не знаю, мне кажется, это браслетики. Ну, посмотрим, что это такое, разберемся. Это я знаю, от Тойотов я туфли поместяются. Так, и вот таких вот, вот таких еще браслетиков здесь две пары. Красивые. Вот вторые. Так, ну все вроде бы, да, коробка пустая. Да, ладно. Ну давай будем мерить. Да, я хочу эти сначала померить. Эти, ну давай, ты сними тапочки, залазь прямо на стол, чтобы видно было. Ну-ка давай. Ну-ка, давай, вот так, садись. Сейчас я их тебе примерю. Ну, я сама вот примерю. Ты сама? Да, а давай один черный, один розовый, посмотрим, да, как будет. Давай. Посмотрим, что они поместятся. Красивые туфли. Красивые? Да, посмотрим. Конечно, удобные? Удобные? Да, да. Я тебе оставлю. Ай-яй. Нет, подожди-ка, ты не тот одела. Не тот одела? Нет, надо вон тот одеть на эту ножку. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите. Смотри. А
черненький. Ну-ка, давай посмотрим, хоть как оно смотрится. Сандра, обалденно смотрится. Ножки такие красивенькие. Ну-ка, повернись. Угу. А какие тебе больше нравятся? Эти. Розовые? Да, и эти. И эти? Но эти тебе большеваты еще, да? Не знаю, нет. А в них удобно? Да, в них удобно. Да, но мне кажется, не очень. Да за не падают. Не падают? А где ты в эту фигу? Ну, очень красиво. Я тебе хочу сказать, тебе идет под этот твой наряд, под твои штанишки идет очень. Да? Да. За все, можно мне одевать другие туфли. Я другие буду одевать. Вот, я думала, это браслетик, а это совсем не браслетик. Ну-ка, Сандра, поверни ножку. Смотри, это ремешочек для этой туфельки. Да? На этих туфельках. Очень красиво. Сандра, тебе нравится? Да. Все, теперь ты будешь модничать? Да, я буду одевать туфли только на дома, мама. А то туфли на дома. Ну, не совсем. Я знаю, вот чуть-чуть они туфли на дома, чуть-чуть они туфли. Да? Ну, ты модница. Пока-пока. Так, давайте подписывайтесь на мой кофейчик, Сандра. Пока-пока.